I now give the floor to the representative of the Russian Federation. You have the floor, please. Благодарю вас, господин председатель. Мы благодарим генерального секретаря ООН за его соображения и оценки ситуации в Афганистане. Благодарим также постоянного представителя Афганистана, посла Гулама Исагзая. Внимательно следим за стремительно меняющейся ситуацией в Афганистане. С момента объявления о выводе иностранных войск мы все получали тревожные новости об эскалации насилия и жертвах. Вместе с тем мы видели, что крупные афганские города были сданы без особого сопротивления. С момента последнего обсуждения в Совете прошло всего 10 дней, а обстановка в стране за этот период изменилась до неузнаваемости. Сегодня наши взоры обращены на Кабул, который накануне спешно покидали первые лица республики, простые афганцы, а также часть дипломатического корпуса. Очевидно, что такой стремительный разворот стал неожиданностью для всех, включая тех, кто еще недавно громко заявлял о высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков. В целом продолжаем внимательно отслеживать ситуацию в стране. На данном этапе полагаем, что поддаваться паническим настроениям не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения. Призываем все вовлеченные афганские стороны воздерживаться от вооруженных действий и содействовать урегулированию мирным путем. Исходим из того, что международное сообщество обязано не оставлять усилий, чтобы помочь Афганистану достичь национального примирения. Чем, в частности, активно занималась расширенная тройка в лице России, США, Китая и Пакистана. Полагаем, что важную роль в этом мог бы сыграть и Иран. Что касается наших дальнейших шагов, официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий. По имеющимся у нас сведениям, талибы уже приступили к наведению общественного порядка, а также подтвердили гарантии безопасности гражданских лиц и сотрудников иностранных дипломатических миссий. Рассчитываем, что в сложившихся условиях, где персоналу и ООНовскому присутствию в Афганистане будет обеспечена безопасность, а их учреждениям неприкосновенность. В этих условиях посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Господин председатель, нас по-прежнему беспокоит сохраняющееся в стране присутствие терроризма, включая ИГИЛ Хорасан, чья терактивность рискует выплеснуться за пределы Афганистана и ставить тем самым под удар безопасность соседних государств в Центральной Азии. С терроризмом неразрывно связана и наркопроблема. Деградация обстановки в Афганистане за последние месяцы привела и к резкому ухудшению гуманитарной ситуации. Обеспокоенность вызывают многочисленные сводки о количестве внутренне перемещенных лиц и потоках беженцев за пределы страны. Это создает дополнительную нагрузку на сопредельные республики, включая Таджикистан, Узбекистан, Иран и Пакистан, не говоря уже о риске инфильтрации в регион боевиков, в том числе под видом беженцев. Находимся в регулярном контакте со всеми 5 странами Центральной Азии, как в двустороннем плане, так и по линии региональных организаций ШОС и ОДКБ. Господин председатель, мы по-прежнему заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании в Афганистане, последующей стабилизации в стране и ее постконфликтном восстановлении. Убеждены, что от прекращения многолетней кровопролитной войны и нацпримирения выиграют все – народы Афганистана, его региональные соседи и мир в целом. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for his statement.